Так, всем привет! Сегодня мы посмотрим, да, я приболела вот это видео, и сегодня мы посмотрим, как я, насколько я... Твою внимательность и остроту зрения. Что-то вот так вот, что-то сделали, все номера различили. Эй, алло, что происходит, блин? Что-то пошло не так, но ладно, давайте продолжим. Это Моголь ТВ, и в этом видео тебя ждет тест, который проверит твою внимательность и остроту зрения. Всего будет 6 уровней сложности по возрастанию. До конца без ошибок смогут дойти лишь единицы из вас. Главное условие – ставить видео на паузу нельзя. Все задания нужно решать строго в рамках отведенного времени. Не забудьте поделиться в комментариях, сколько уровней вы прошли без ошибок. Ну, я не буду считать, но вы можете считать. Так, я нашла, вот он, в правом нижнем углу, ну, почти, вон, на второй линии, так. Да, я нашла. Ой, как сложно, блин, сразу нашла. Вот здесь, вот на второй линии нижней. Внизу, и потом вторая вот такая. Вот да, вот это. Так. Ой, блин, как сложно. Я не понимаю, зачем такие и несложные дают. Тут на 2, 3. Короче, на третьем. Ставьте лайк, если справились со всеми заданиями первого уровня. Дальше будет. По-моему, ему надо наоборот не ставить лайк, если угадали, блин. Так. Следи за мячом. Так, я поняла. Так. Он во втором. Ведь так? Ну, я угадала. Да, я угадала. Ну, это легко. Следи за мячом. Уйдет просто. Ну, ладно, я не запуталась еще. Ну, блин, но он опять на втором. Ну, он просто хотел запутать. А, нету. Все-таки на третьем. Ладно, попробую еще раз. Я слежу очень сильно. Ну, кажется, ли он опять на втором или на третьем, потому что в конце он немножко очень быстро что-то сделал. Вообще не поняла. Какой вообще ничего. А нет, все-таки я угадала, то что он на втором. Ну в этом уровне, не во втором, у меня 2 и 1. Что, найди 2, 1. А, подождите, простите. Это нечестно так, в одинаковых. Дерьмо. Это же сложно, вы издеваетесь. Не пофиг на ваши указания, я оставлю на паузу. Дерьмо. Я не понимаю, как тут можно найти одинаковые смайлики. Ну, блин. Ёбарасоте. Как? Я не понимаю. Мне даже телефон уже устал, он сейчас выключиться хотел. Я не понимаю, как тут можно найти одинаковые смайлики. Ну как? Если вы нашли, пишите в комментариях. Но только не жульничать! Так. Ну раз мы не нашли,
Точнее, я, наверное, не нашла. Давайте посмотрим. А, ёбрус, это невозможно было найти. Ладно. Так, еще. Как? Где? Где? Издевайтесь. Ну, ё-моё. Арбуз! Ну вы издеваетесь, серьезно. Я уже не справлюсь ни с одним. Это невозможно. Где? Где? Так. Ну, блин, пицца. Я не могу найти. Уровень 4. Какой круг больше, синий или красный? Они одинаковые, мне кажется. Ну, а так кажется, что синий вроде. Но если так, то тогда синий. Ну, я думаю, какой вот так. Больше, зеленый или желтый? Ну, разумеется, зеленый. Я бы хотела, чтобы желтый был. Потому что желтый, ну, не самый мой любимый цвет, но. Но он тоже хороший. Ну да, я угадал то, что ты зеленый больше. Какой круг больше? Да вы издеваетесь, опять синий же. Каждый с этим справится. Синий больше. Как эти цифры синие. Уровень 5. Вы издеваетесь, найди лишний символ. Как здесь это найти? Как? Не, я нашла! Все-таки я нашла. Оно 1, 2, 3, 4. На пятом вот этом. Да, вот это. Я, конечно, попытаюсь найти. Я не могу найти. А, ёбрус-то. Я нашла! Вот, на третьей строке. Вот тут вот. Да, вот здесь вот. А вот здесь я уже не могу найти. Блин, а тут сложно немного. Все, я не нашла. Всё. А, я на точке красные только смотрела, блин. Ой, как, блин, сложно. На первой строке. То есть я внизу делаю, считаю. Ладно, надо подождать. Немножечко, потому что я знаю то, что уже на первой строке третья вот эта фигурка. А вы пока ищите, если не нашли. Хотя он уже сказал, вы уже нашли. А теперь задание для вас. Ну и для меня тоже. Если я сейчас найду, то я не буду говорить. Блин. А если я не успею ее угадать там? А если последний момент вам не будет? Короче, я не угадала. И, то есть... А, это мужик, блин, тут. Уровень 6. Какая фигурка отличается по цвету? Вы издеваетесь? Как?
Ну, мне предположить, что вот это. А вот это вот я в последний момент только увидела. Да, да, вот это. Я нашла уже. На второй строке с предпоследнее. Не квадрат. Сколько там еще осталось? Ага. Вот, да, да. И задание для вас сейчас будет. Так. Найдите, я уже нашла. Или нет? Я не нашла. Да я не понимаю, блин. Вот это? Понятно. А вот я нашла. И давайте теперь задание для вас. Если угадали, лайк. Не забудьте поделиться в комментариях, сколько уровней вы прошли без ошибок. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, делитесь этим роликом со своими друзьями. Да. И моим роликом тоже. Это. Точнее, если вы не нашли этот квадрат или круг там был, я не помню уже. Если не нашли, то с вас лайк. Угу. Ладно. А теперь всем пока.